Национальные виды спорта – это достояние республики, и сегодня необходимо развивать то, что оставлено нашими предками. Об этом и о нерешенных вопросах и проблемах говорили на сегодняшних парламентских слушаниях. Сегодня в России зарегистрировали и получили лицензию 3 национальных вида спорта Якутии. Это масс-рестлинг, хапсагай и якутские прыжки. В 2014 году приравнивание ко всем видам спорта дало возможность развивать национальные виды на российской и мировой арене. В 2015 году были созданы Всероссийская и Мировая федерации масс-рестлинга. В прошлом году принят закон о национальных видах спорта. За короткое время прошло много соревнований по масс-рестлингу. Это чемпионат мира, континентальные чемпионаты и Кубок мира. По итогам слушаний примут резолюцию, которую направят на дальнейшее развитие национальных видов спорта. В среднем проводится 120 республиканских и 1193 муниципальных соревнований. Количество участников соревнований составляет у нас порядка 30 тысяч человек. Самым значимым и массовым мероприятием в республике является спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчары». По количеству проведенных спортивных мероприятий и количеству участников у нас лидерами являются Верхоянский УРУС и Амкинский УРУС. У нас 76 мероприятий, 1406 участников.